В кадетском корпусе «Радужного» сорвано начало нового учебного года. 1 сентября воспитанники получат учебники и разъедутся по домам. Образовательное учреждение оказалось не готовым принять детей из-за капремонта системы теплоснабжения. Его должны были завершить еще до конца июля. Однако подрядчик не выполнил основные условия контракта. За это организации выдвинули замечания, а информацию довели до прокуратуры. Глава «Радужного» на одном из совещаний попросил департамент образования вмешаться в проблему. Воспитанники кадетского корпуса не имеют возможности начать учебный год с 1 сентября. Не исключен риск срыва начала отопительного сезона в общеобразовательном учебном заведении. Да, мы помогаем, как можем, в части наших полномочий. Попросим, чтобы все-таки учредитель, департамент образования Владимирской области, все структуры региональные в части своих полномочий все-таки смогли какую-то помощь оказать данному учреждению. 240 детей, которых готовят в корпусе к военной службе, будут учиться дистанционно. Директор учреждения уже согласовал это с родителями. На брифинге представитель департамента образования озвучил причину, почему потребовался ремонт теплосетей. В прошлом году на территории корпуса построили новую газовую котельную. И использовать ее можно при условии, если коммуникации помещены под землю. В связи с тем, что хотел, по всей видимости, либо сэкономить, либо как-то удешевить свою работу, не совсем стал выполнять действия в соответствии с проектно-сметной документацией. В связи с этим затянулось исполнение работ. 15 сентября подрядчик обязуется завершить ремонт. На следующий день кадеты начнут учиться в очном формате.